Общественники района не остались в стороне и поддержали областную акцию. Совместно с воспитанниками 55-го детского сада они сделали доброе дело. Теперь на территории садика на две кормушки больше. Эта акция связана с тем, что все-таки зима, птичкам приходится тратить очень много труда, чтобы найти себе пропитание. И вот мы решили в детских садах с малолетства детям прививать вот эту любовь к животным, птицам. Какая-то взаимопомощь должна быть между человеком как бы, и окружающим миром. Ребята с радостью согласились повесить кормушки и насыпать туда пищу. В качестве корма лучше использовать нежаренные и несоленые семечки подсолнечника. Просто в небольшом количестве крошки белого хлеба, кусочки свежих или сушеных фруктов и ягод. Несмотря на то, что участникам акции всего по 5-6 лет, они уже точно знают, помочь птицам зимой может только человек. Птичек надо зимой кормить, потому что корм засыпало снегом. Чтобы они не остались голодными. Птички, они голодают, и им нужно, чтобы есть, а то они могут умереть без еды. Птичек надо кормить, потому что зимой очень мало корма можно найти за снегом. Потому что они хотят есть, а зимой очень мало корма. Потому что им негде найти корм. Принять участие в областной акции может любой желающий. Для этого нужно сделать фото или видео своего эко-поступка и разместить на своей странице в социальной сети с хэштегами «Покорми птиц, экология начинается с тебя». Авторы самых интересных снимков получат призы от Министерства экологии. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».